Всем привет! Сегодня я вам расскажу, что можно извлечь от старого нерабочего принтера. Как видите, я уже его разобрал. Для начала откинем всю пластмассовую часть, корпус. Итак, что мы здесь видим? Вот здесь вот был один двигатель. Вот это. Вот так было. Этот двигатель совал картридж. Вместе с двигателем можно вот такой вот пасик, тросик, или как его там назвать. В любом случае, он мне пригодится. Вот такой вот двигатель. Сейчас я вставлю фото. Крутится, в принципе, не тяжело. И вот здесь вот такое ферритовое кольцо. Я его снимать не стал, пускай будет. Так, дальше. Дальше был еще один двигатель. Вот здесь он. Крутил он валики. И еще какой-то там механизм. Двигатель по размерам примерно такой же, как и предыдущий. Сейчас сделаю. Что же еще можно извлечь? Вот такой вот блок питания. Интересный довольно-таки. Блок питания на 24 вольта, 1,2 ампера. Возможно, применю в светодиодном освещении. Собственно, шнур к блоку питания. Дальше. Вот такая вот плата с электроники. С электроникой. Сложно сказать, что тут будет что-то полезное, но вот этот дроссель мне очень нравится. Может какой-то конденсатор отпаять. Так, что тут есть еще? Еще тут есть вот стекло. Отличное стекло с негострыми углами. Обязательно можно применить к солнечной панели. Самодельный. Вот еще пластиковые шестерни, но не знаю, можно ли что-то с ними сделать или нет. Что же тут есть еще? Вроде как бы все. А, еще. Вот есть еще такая штука с малым электродвигателем. Это часть от сканера. Ездила туда-сюда. Здесь, кстати, есть оптопары везде. Не хочет ловить фокус. Короче, вот здесь есть оптопара, двигатель, вот его маркер. Ой, вроде бы больше ничего такого интересного я здесь не увидел. Здесь тоже везде оптопары. Здесь есть оптопары.
Короче, вот здесь, наверное, есть. Подозреваю. Вот еще такая часть. Это от сканера. Эта штука светилась, а вот здесь есть как бы фотоприемник, или как он называется, такая вот полоска. Очень много о двигателях. Двигатели выглядят вот так на 5, может 10. Я пробовал их запитывать от 12 вольт, крутится. Остановить рукой можно, но сопротивление какое-то они дают. Не то что легенько. Нажал и остановилось. Двигатели эти мне пригодятся. Вот, особенно вот этот. И с пасиком. Тросиком, пасиком, не знаю как правильно назвать, можно сделать из этого генератор, подобрать какое-то еще колесо побольше диаметром, надеть все это, скрутить как-то, и получится неплохой генератор. И все. Вот здесь там, по-моему, еще кнопочка какая-то, которая что-то делает, если принтер закрыт. Ну вот, собственно, и все. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Всем пока!